Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить салат с рисом и овощами. Это прекрасное дополнение к ужину и вместо ужина. Если вам интересно, как готовится этот салат, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Примерно 100-150 грамм отварного риса, одна маленькая баночка зеленого горошка или половинка большой, один небольшой болгарский перец или, как у меня, четвертинка большого перца, 1-2 отварных яйца, небольшой средний огурец свежий, одно небольшое яблоко, половинка луковицы, соль и майонез. Приступаем. Огурец нарезаем мелко. Яблоко чистим и нарезаем так же, как огурец. В этот салат все овощи нарезаются небольшими мелкими кубиками. Добавляем зеленый горошек и рис, соль, майонез. Все хорошо перемешиваем. Все, салат готов. Всем приятного аппетита. Ну а я с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!